В маршрутке с комфортом. Для множества людей общественный транспорт является основным средством передвижения. Поэтому качеству перевозок, состоянию автобусов и маршрутных такси приковано особое внимание. На встрече с населением микрорайона Чкаловский руководителю администрации поступила жалоба на грязь и изношенность маршруток. И вот содержание автопарка обсудили на специальном совещании с руководством Щелковской автоколонны. Ежедневно на линию выходит 146 автобусов, которые обслуживают 729 маршрутов Щелковского района. И близлежа, и, соответственно, Фрязино. За 15-16 год мы получили 24 новых автобуса большой вместимости, которые вышли на маршруты. Основной маршрут 26-й, который полностью заменен, остальные работают на других маршрутах Щелковского района. Недовольство и критику жителей вызвали маршрутные такси, следующие под номером 25 по направлению Щелково-Биокомбинат. Директор автоколонны пояснил, заменить подвижной состав планируется уже в этом году. Подвижному составу более уже 9-10 лет, соответственно, в большой моральный уже и физический износ. Над этим работаем, ожидается в этом году поставки нового подвижного состава, соответственно, будут произведены замены на маршрутах, где работает старый подвижной состав. Приблизительно сроки поставок – это октябрь-ноябрь этого года. С поступлением очередной партии автобуса средней вместимости вы закроете вот эти слабые места? Единственное, только вот как проблема может жить немедленно, это просто мыть их тщательнее будет. Дарья Снегова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания Щелково.